следственным отделом по Волжскому району город Саратов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 52-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. По данным следствия, к заведующей отделением одного из медицинских учреждений города Саратова обратился пациент с вопросом о возможности снятия его с диспансерного учета. Женщине в силу занимаемой ею должности было достоверно известно, что решением врачебной комиссии мужчина снят с диспансерного учета, о чем имелись сведения в его медицинской карте и информационной базе данных. Однако, руководствуясь корыстными мотивами, она, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение пациента, сообщив ему, что имеет возможность исключить сведения о нем из информационной базы данных и потребовала за это вознаграждение в размере 70 тысяч рублей. Мужчина согласился на выдвинутые условия. 7 сентября 2020 года в утреннее время заведующая, находясь в своем служебном кабинете, получила от пациента, действовавшего в рамках оперативного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ России по Саратовской области, денежные средства в размере 70 тысяч рублей, после чего ее противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками данного ведомства. Следователем СК решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.